Всем привет! У нас буря. Короче, смотрите, налип снег на окно. Вот он, снег. Первый раз в жизни такое вижу. Первый раз в жизни. У нас сильная буря. Что-то я помню, 24 километра в час, что ли, ветер или нет? Нет, наверное, я ошибаюсь. Уже там вот все. Хотя нет, следы вон есть, и прям видно ветер такой, все летит, пакеты пролетают. С вечера вот началось, ночь будет и завтра вроде как. Сейчас посмотрим там. Как ты лежишь? Жень тоже, он тут налипло. Это у нас еще пока 2021 год, концовка. Никогда в жизни такого не было. Даже не было ведь. Сколько мы с тобой живем? Первый раз в жизни такой, чтобы на окне налипло чего-то. Так, а увидела я... А, здесь у меня, кстати, тоже немножко... У нас еще отопление отключили. Очень холодно. Здесь у меня холодильник. О, тоже, смотрите, видите? Налипло. И там гул стоит. За окном. Ветер как будто летит прямо. Вон там все уже задуло. Кстати, машина ездит. Там вон тропинки вообще не видать. Вон там вообще не видно тропинки. Пропало. Вот так ночью пойдет человек с работы поздно. А тропинки нету. Тю-тю. А, у тебя подоконник красивый, Жень, там. Подоконник какой офигенный. Ай, окна грязные, запотевают. Не знаю, посмотрим, что будет завтра с утра. Вернее, уже сегодня с утра. Время уже, по-моему, 2 часа ночи. Смотрите, там кран чинит. Вот дом. Вот кран. Аж трое уже забрались. Один еще там сидит, по-моему. Что-то делают там. Да. Вот они уже тут вот проходили. Здесь всякие коробки навешали. Уже давно, кстати, навешали. Сварка, что ли, у них там? Аппарат. Такая высота. Вот, смотрите, на следующий день. Веточки попадали. Занесло после бури. Идет народ. А, там нет никого. Вон как все занесло. Кстати, мало занесло. Обычно больше, да, Жень? Да. Почистить. Не, ну почистить, он тут не особо прям так. Да. Я думала, будут завалы прям ай-яй-яй. На машинах прям были большие завалы. Сантиметров, наверное, в 10-15, что ли, прям от машины стояло. Да. Тут, в принципе, не сильно так. И солнышко греет уже. Хороший денек хороший. Красиво. Не успела. Такой фонтанчик был там. Ха-ха-ха. Ну-ка, смотри, клево. Тут и все. Классно, да? Классный фонтанчик. Там почистил, в другом месте потом чистить. Вот она, областная библиотека.
красивая какая. Плиточка ее обделали. Лесочек там. Подожди. А, смотрите, какая красота. Солнышко. Куда ты меня, Женя, повел? Такая солнечная погода. Сейчас гулять хорошо. Но еще будет, я думаю, много снега и солнечно. Что-то ты меня прям в обход повел. Мне кажется... А, вот, наверное, вон там мужик, да, проходил? У нас областная библиотека находится на Осипенко. И она такая... Формы у нее необычные. С этой стороны подвисают. Внутри я была только на первом этаже, а дальше я не была там выше никогда. Ну, может, в детстве, я даже не помню. Сейчас с вами идем на выставку, посмотрим, что там. Женя вчера был на выставке, говорит, интересно. Ну, такая погода, конечно, подразумевает для прогулок больше, чем... хождение по выставкам.